Я стараюсь понять, как с одной стороны подчеркивается, что я не могу для себя просить. С другой стороны, в каждой вторая фраза говорится о том, что мне обещано какое-то вознаграждение, которое даже представить себе невозможно. Какое-то противоречие я вижу. Так есть вознаграждение или нет его? Это хорошо или плохо? Платы, которая не будет платой, которая будет только возможностью работать. Моя плата, моя награда, чтобы я пришел к состоянию, но это постепенно, это не сразу, чтобы я мог произвести действие и даже не знал, что я его делаю. Чтобы действие было правильным, и привело к состоянию, чтобы Творец раскрылся творением. Что значит Творец раскрылся творением? Чтобы в творениях раскрылось такое свойство отдачи, чтобы они не раскрывали ничего, кроме того, что они хотят находиться в свойстве отдачи, так как я сейчас тоже намереваюсь находиться в такой отдаче, чтобы не знать об этом, иначе это будет платой. Кому ты даешь, что ты даешь, что ты делаешь, что будет тебе от этого? У нас слов не хватает выразить эту форму. Но тогда они будут счастливы? Счастливы тем, ну, не хватает слов. Счастливы от того, что ты можешь работать, не получая награду. Ни в каком виде. Это называется быть свободным. Иначе ты не свободен от платы, от награды. Сколько получить? От кого получить? Что получить? Ты требуешь разные формы награды. Но если Творец добр, несущий добро, то его раскрытие в постижении, в осознании. Его раскрытие в тебе. Нет, 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 это неверно. Его раскрытие — это в тебе, что ты становишься как он, чтобы его свойства ты впитал, ты принял их, и ты становишься тем самым свойством, как он, абсолютной отдачей. Не получая вознаграждения. В полном смысле этого слова. Это постепенно раскрывается.